Крупный пожар тушит в Чите. Горит база, где хранятся стройматериалы, товары для дома и бытовая техника. Огнем охвачено почти 1000 квадратных метров площади. В какой-то момент пламя поднималось на высоту 4-этажного дома. Для борьбы с возгоранием подогнали пожарный поезд, используются также автолестницы. Густым дымом затянуло несколько кварталов. Рядом находятся жилые дома, но угрозы распространения огня на них нет. В ангарах находились грузовые фуры, их успели вытащить на буксире. Никто не пострадал. В момент ЧП в здании, кроме сотрудника охраны, никого не было. С ним общаются следователи.